Где-то бегает, я без хвостика, но мы вместе. Любить — это прежде всего отдавать. Любить — значит чувства свои, как реку, с весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Любить — это только глаза открыть и сразу подумать еще с зарею. Ну чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою? Любить — значит, страстно вести бои за верность и словом, и каждым взглядом, чтоб были сердца до конца свои и в горе, и в радости, вечно рядом. А ждет ли любовь? Ну, конечно, ждет, и верности ждет, и тепла, но только подсчетов бухгалтерских не ведет. Отдано столько-то, взято столько. Любовь не копилка в зашкафной мгле. Песне не свойственно замыкаться. Любить — это с радостью откликаться на все хорошее на земле. Любить — это видеть любой предмет, чувствуя рядом родную душу. Вот книга. Читал он ее или нет? Груша. А как ему эта груша? Пустяк? Отчего? Почему пустяк? Порой и каплю жизнь спасают. Любовь — это счастье вишневый стяг, а в счастье пустячного не бывает. Любовь — не сплошной фейерверк страстей. Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, ни обольщений и ни разлуки. Любить — значит истину защищать, даже восстав против всей вселенной. Любить — это в горе уметь прощать все, кроме подлости и измены. Любовь — не веселый безумный бант и не упреки, что бьют под ребра. Любить — это значит иметь талант, может быть, самый большой и добрый. И к черту жалкие рассуждения, все чувства уйдут, как в песок вода. Временные — только лишь увлечения.
Любовь же, как солнце, живет всегда. Я хочу пожелать вам от нашей семьи, чтобы ваша любовь, она вот никогда не кончалась. Ваша вот влюбленность сейчас мимолетная, она, конечно, пройдет, уйдет. Но вот чтобы у вас на этой почве выросла настоящая любовь, о которой говорил апостол в послании, которую вы сегодня дружно дерево посадили, чтобы вы об этом помнили, чтобы один раз на всю жизнь, и, конечно же, чтобы каждый из вас помнил, что нужно не требовать исполнения обязанностей от другого, а для, ну, то, что нужно просто самому исполнять. Вот если муж будет видеть, что его жена добрая, послушная, он ее всегда-всегда будет любить. А если жена будет видеть, как муж ее любит, то ей будет всегда жалко его огорчить, и она будет ему послушная. Носите тяготы друг друга. И вот мама моя тоже вас поздравить просила. И от нашей семьи тоже небольшой подарочек для вас. Поздравляю. Алиса сейчас как раз сказала. Где фотограф у нас? В семейной жизни не все так гладко. Садись, Марка, ты уже устал. Можно сидя. Еще вам немножко совсем осталось испытаний. В семейной жизни не все так гладко происходит, как хотелось бы. Но часто нас подстерегают разные испытания и различные ситуации. И, конечно, нужно научиться находить из них выход. Сегодня, конечно, мы хотели вот попробовать для наших молодоженов, это как бы еще ново, научиться справляться с трудностями. Но это немного как шутка, да, мы понимаем. Василиса приготовила тут огоньки и капельки. Говорят, что женщины очень часто создают проблемы, или как сказать, пожары даже, да? А может, Марку предлагается, значит, произвольно вытаскивать, быть пожарником, да, и потушить. И пожарные поджигают. Пожарник поджигает, пожарный тушит. Понятно. Он и говорит. Так, хорошо. Значит, произвольно вытаскивайтесь, читайте ситуацию. Маша читает ситуацию, а Марк... Да. Маша создает ситуацию пожароопасную, а Марк тушит. Произвольно. Кто-то должен остаться с ребенком дома. Пойдем на прогулку. Родители пришли в гости, а в квартире беспорядок. Если угодно. Забыли забрать ребенка из садика. Это еще самое страшное в жизни. Обгорела каша. Счастливого пути. Пойдем к родителям в гости. Разбилась любимая ваза. А еще? Потеряли ключи. Споем песню. Пришли неожиданно гости, а кушать тарелечка. Куплю стиральную машину новую. Закончились деньги. Приготовили банчный ужин. Прожгла мужу рубашку. Обижусь, 5 минут не буду разговаривать. Я думаю, это, конечно, как была шутка. Не все совпало, но я думаю, что наши молодые научатся находить выход из сложившихся. Вот про ребенка, когда, наверное, 8-й год все-таки. Ничего страшного.
Лена приготовила нам презентацию, но, к сожалению, монитора нет, закрытый он. Шнур есть. Может быть, Лена, поставишь ноутбук, они сами посмотрят ту презентацию. А кто? Нет? Ну все, тогда мы просто споем. А что там за презентация? Там будут идти слайды. Ну, она вам поставит на стол, а вы будете смотреть, ну, а потом петь песни. Только для вас. Если вы хотите посмотреть, конечно, им же. Лена, тогда неси ноутбук. И нам, пожалуйста, следующую песню. Thank you.
просто или невеста. Давайте тогда следующую песню для невесты, чтобы слезы прошли. Да? Последнюю, заключительную песню. Или позже? Сейчас, сейчас. Включайте следующую песню. Yeah.
невеста, нынче свиданием конец. Два обручальных колечка к делу достойный венец. Целая жизнь перед вами, разных событий полна. Любовь пусть сияет, как пламя. Счастье вам, муж и жена. Резать торт пришла пора, к чему лишние слова? Вдвоем молодожены нож берут, резать торт — совместный труд. Запомните вы этот миг, кусочек первый — он для вас двоих, а остальной торт — для гостей, им улыбнитесь веселей. Ведь сладкоежки так и тут от вас кусочек торта ждут. Ну что же, гости, не стесняйтесь, берите тортик, угощайтесь, а молодым в который раз споем мы много лет сейчас. Смелее ножичек вдвоем, вдвоем режут первый кусочек. Они думают, как такой красивый торт разрезать можно. Подождите, правда. Нет, надо слева так. Нет, верхний. Сначала только отдельно верхний съесть, потом нижний. Да. Ну да, только верхний. Ты придерживай, если что, чтобы он не падал, Маш. Придерживай, чтобы он не падал, если что. Вы себе самый вкусный выберите. Он трясется прям вообще что-то. Ой, жалко, что грохнется. Может, эти фигурки надо убрать сначала, а? Торт молодые вам дарят, как угощение. Совершенно безвозмездно, то есть даром. Что, еще кому-то? Ты... Первый кусочек молодым, а потом гостям. А потом родителям, самый молодой. Да ладно, давайте быстрее. Да, нарезайте. Самый молодой, смотри, уже ест. Он и есть самый молодой из калашников. Давайте. Кто следующий? Что, мы сами? Так, а этих куда? Этих себе. Этих себе. Кто это? У них невеста? Ой, какие они интересные. Они съедобные? Ой, будем на них на палочках. Машку один на стол. Черт, смеетесь. Сейчас Мария будет за колонну точно. Надо сказать, Марк, что вон там чай есть и заварка, чтобы брали, если что. Там кипяток и кружки с заваркой. И заварка. Там на столе стоит. Чайный стол. Ну, что делать? А, вон что. Я не знаю. Давай я встану. Мир руками.
пастырь мой, да пребуду я в Господнем доме. Веди ты меня, счастлив быть твоей Божьей воле. Господь, пастырь мой, всеми силами тебя люблю я. Господь мой и Бог, чем познам тебе я. Конечно, мне, но ты.
из дождей остеплял. Видишь, старый дом стоит среди сел.
Так, а давайте тебе 500 рублей. Ты говоришь, это не увернется. 500 рублей страхов, они могут там потеряться. Леша, все равно придется. Куда ты пирожки? Фокусы! Тяжело поверить на трезвый был, да? Да, конечно. 5 рублей у кого-нибудь будет? Здравствуйте. Отойди, Маш, 5 рублей нету, отойди. Подожди, подожди. Соня. Покажи. Да-да, он сам занят, подседная утка. Сейчас что-то наводит. Саша, туда нельзя там. Перышки это забери. И копейка целая странная. Соня, ты комментируешь для слепых. Пустая, да? Пустая, да? Да. Ты покажи всем. Бумажные, пожалуйста. Учти, что мне этот... Только последние деньги на дорогу. Да, вот, последние деньги. 500, а? Сема, да, все, не подходите, туда нельзя подходить. Сережа, еще раз покажи, Соня, что есть. Есть? Не вздумай с ней ничего сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, Сашенька. Иди к маме сиди. Я сейчас пытаюсь. Ты ничего не понимаешь? Иди к маме сиди. Ты всем, Соня, показывай, там же тоже люди смотрят, Соня. Вон там, вон там. Леша, я сейчас скину Лии как-то 500 рублей. Нет, не надо, взять туда. Сюда садись. Все. Нечистая сила. А я не поняла, Лёшки вернули 500? Нет. Шкатулка съела. Я так и думал, что меня разрушили. У меня есть 3 красных шарика. Ну это ж, покажу. Это ж надо же, мы Степана Устиновых отвели, а? Тихо-тихо, я сейчас отыграю. Давай, я сейчас угадаю, да? Еще надо денег, да? Кладем. Жалко, шайтан нама какая-то. Или вы на машине? Оп-оп-оп. А сам где? Что, нету? Да! Там один и был просто. Он упал. А где же третий? А он упал. Давай. Надо вернуть толк. Ну, с процентами, да? Конечно, с процентами. Что, 5 рублей вернули? 10 рублей. Инфляция! Они какие-то такие деревья. Может, подороже лучше? Все сели, дети, нам не видно. Ну, то бумажная была, это металлическая. Я если даже сдам на металл, меньше буду. Ничего не видишь? А дубль 2. Маш, сюда поставь. Или туда. Сюда поставь. 2? 2, видите? Ага. Комментируй. Сдуй. 3. Леша, еще хочешь что-нибудь положить сюда? Ой, нет, я сам не... Кто еще хочет? Чтобы у меня машина... Придется на поезде ехать. Мало того, что денег не хватит, надо поезд. Придется еще всех своих пассажиров... Пешком идти. Все, Софья? Все? Да. Сейчас повезли будут? Повезли, да.